Ох, ни хрена, мы в воде какой-то, хера себе. Смотри-ка, вода. Вы тачку берете? Я не знаю, я пока вообще думаю, Осирис что ли попробовать. Зимний гоночек. Как думаешь, взять Осирис попробовать? Я, пожалуй, возьму Осирис. Попробуем ее. Все, я готов. Я готов ловить котов. В этой гонке. Зря он Кригер хочет взять. Я полетел, короче. По-моему, он хрен пройдет это. Йоу, у нас следующая гоночка. И мы с игроками тут потихой. Сейчас будем летать. Так я чувствую. Мы что, полетели с тобой? Ну или вылетать. Или вылетать в твоем случае. Только не толкайтесь у шлепки, пожалуйста. Вот ты не лагай тут, а мне. Мой зеленый друг. Я у тебя коп там словил, ни хрена он улетел! Я видел, братан, из-за тебя вылетел, сука! Хера он там улетел! Это мы его так вышибли, что ли? Это я его вышиб. Не, это мы вдвоем, я кок твой собирал, в тебя влялся, а ты в него, короче. В итоге мы так. А, меня занесло на снегу, сука, я вообще посмотрел. Мне показалось, что я его вышиб. Ебать. Тут чувак просто стоит. Я вообще пятый, я последний получается без того чувака. Вот зачем в гонку заходить, если ты все равно не катишь. Да блин, какого хрена вы там урвались уже, я вообще далеко, капец. Куда вообще прыгать? Хера тут трамплин какой дерзкий. Ты четвертый, я пятый пока. Устраивает. Что? Что это только что сейчас было? Ряси? Рили? Как это вообще? Там ветряки. Да осторожней. Я. Ветряки, здесь есть ветряки. Не ветряки, а как они. Ну я понял эти сраные. Не, там какая-то херня была непонятная в трубе. Я как-то залетел в нее вообще как-то непонятно. Жесть. Солнышко, которое ни хрена не солнышко. Вы далеко там урвались у шлепки. Мне надо догнать сам вас. Такой. Хера тут. Не трубы. Надо. Трубы какие нахрен. Вау, прикольно из трубы в трубу чисто такое. Перепрыжки из трубы в трубу. Да, только я вообще капец далеко попаду от вас. И я не долетел, мать вашу. Ё-моё, нет, я упал. Сука, я даже так... догнал его. Да я вообще последний, ты на каком месте? Я был первым. Первым? What the fuck? Я мог быть первым. Really? Да. Хера себе. Хера ты жесткий. У меня Осирис вообще зря я взял эту машину, на самом деле. Она вообще я тихо. Третий. Она тихо едет. Да вы подождите там, я вообще в заднице какой-то. Я все еще в трубах тут летаю, нахрен, с трубы в трубу. Куда ехать? Что тут такое? Жесть. Нет, не заносись. Фуф. А, я вижу кого-то, я походу догнал вас, пацаны. Пацаняги, стойте там. Угу. Спиральки. Тебя так все и послушались и будут стоять, да? Да, будут стоять, как в колом, как тот чувак последний. Я уже на четвертом месте вырываюсь. Тем самым. Я был на четвертом. Значит, я за тобой еду уже, братишка. А я на втором. Ты на втором, что? Фига ты там. Меня чувак сейчас перегонит, по-моему. Ты неплохо там, смотрю, и лидируешь. Надо догонять вас, шлепки. Давай, лети, быстрей. Надо догнать хоть кого-то. Кегли сраный. Я кегли шубу. И зря я это сделал, меня капец занесло, как дико. Да капец, как вас догнать-то вообще? Я походу на четвертом месте финиширую. Что? Куда ехать? Я что-то не понял. Что за дичь? Димон, я тут запутался. А, все, я нашел. Вижу чекпоинт. Это у тебя там телефон долбится. О боже. Телефон долбится в соточку. У меня FPS в соточку долбится. Я сейчас взорвусь же нахрен. Ё-моё. Куда я нахер полетел, я ничего не вижу, вода какая-то что ли, ничего. Лол, я куда-то приземлился. Я тут чуваков каких-то вижу, идите нахрен. Чувак тоже походу на Осирисе летает. Прикинь, я чуть на чувака, который на Зенторне не приземлился, прикинь. Серьезно, я Любчика догнал. Любчик, воздушный копчан. Что? Куда ты поехал, дурачило? Тут же наверх надо. Стоп, я запутался. Вон, куда куда лететь порвать. Вообще, что за дичь? Я не понимаю вообще, что за гонка, нахрен, я запутался здесь. Лабиринты какие-то. А, все, я понял, кажись. Как так? Я же Любчика догонял. Почему я снова четвертый?
Ладно. Когда чекпоинт близкий, подожди. А, стой, чуть-чуть бы не вылетел. Что, ну, Любчик финишировал, он что, читер, что ли? Ни хрена. Ну, в принципе, я сейчас тоже как бы финиширую. Но меня подождите, ублюдки. Ну, я только я... в заднице. А не, вообще-то, нормально я приземлился. Я вижу финиш! А да, куда лететь? А куда лететь? Понял, да. А куда лететь? А куда лететь? Только не взорвись. Я вообще кувыркаюсь нахрен куда-то, не понимаю куда. Что происходит? Что происходит с этой гонкой? Чёрный экран. Я ничего где не вижу. Там? Куда я лечу? Я финишировал, короче, на каком-то месте. Козёль. Я только на тебя переключился. Я левую взял какую-то вообще машину. Что? Что происходит с этой гонкой? Посмотри! У тебя тоже камера так дрыгается. Да. Что вообще за херня здесь происходит, ребят? Какого хрена здесь в начале гонки? Капец, уже какой-то трэш? Я под текстурами, походу, дела. Я тоже под текстурами, походу, дела. Я вылетел. Вылетел из гонки или вообще... Нет, я вылетел вообще с трассы. А, я думал из гонки. Ну ладно, я хоть чекпоинт взял, я первый еду. Капец, меня там колоёбило. Так меня так же, братан, я тебе о чём говорю, что... Колоёбит жестко тут. Какого хрена, куда вообще ехать? Любчик вообще на первом... Я же на первом месте, что? Что это такое вообще? Лол! Это подска... Это... Я понял, это загадки, короче, тут разгадывать. Нихера тут кто-то летит в меня. Тут загадки, короче, братан, разгадывать надо, я так понял. Капец, у меня вообще... Что? Куда тут? Тут, короче, сначала в правую сторону, а потом куда? Снова в правую, сейчас, наверное, в левую, наверное. Я в левую поеду. Да, это верный путь. Сначала вправо, потом влево. Потом, походу, снова вправо. Ё-моё, фига. Я пока угадываю. Походу, не знаю. Я, короче, видеокарта вообще пиздец просто. Я не сгревалась. Блин, я не туда поехал, братан. Тут, короче, загадки у нас, ребят. Разгадывать надо, в какой путь поехать, куда. Куда, в какой путь. Это вообще жесть какая-то. Тут просто надо... этот... на память. Да я чисто пацана затолкал, нахрен. Вправо, потом снова вправо, он не туда поехал. Прощай, братан, потом влево. Помню я. Чисто на память. Любчик, здорово. Сейчас снова, по-моему, направо. Ага. Сейчас снова, по-моему, направо. И сейчас в левую или в правую. По-моему, в левую. Да, в левую, а сейчас куда, интересно. Я тут немножко бочки взорвал. Я пока еду, но я не знаю правильно. Да, я. Не знаю, сколько мне еще осталось, но разгадывать надо прям дико вообще. Я разгадал все тайны этой гонки. Все, я прошел. Там из стороны в сторону надо, короче, в разные дырки заезжать. Ага. Понял, короче, суть? Я говорю, это загадки тут. Гонка на загадке. У нас такого еще не было. Лайки ставьте за такое, ребят. Лайки правых за то, были, что... да? Да, левый. Да, как-то так. Ну, слышал же, как я говорил, как-то так есть, я не знаю. Там на самом деле изи вообще проходить это все. Я уже на финиш приехал, прикинь, лол! Ребят, лайки ставьте за такое, за то, что я первый приехал в такой гоночке. Лайкос. Ага, чтобы меня кто-то догнал там? Да. Какую же тачку взять, какую? Только не выбирайте, подождите там. Я опять не успею, походу, машину выбрать. Дайте хоть какую-то тачку. Я не успеваю, я... 4! Сука, я взял, блядь, себе X80, потому что я не успеваю нихера. Уёбки. А прикинь, если я не успел выбрать нормальную тачку. Надо было подтверждать. Да там кто-то так быстро уже выбрал. Так да, вообще быстро выбрали тачки, я X80, короче, взял. Я еле-еле успел хашку выбрать. Там грустные такие мелодии, охренеть не встать. Грустный. Ты прям вообще в тему сейчас. Только не говорите, это все та же самая гонка. Братан, у тебя есть шанс. Не, это не то же самое. Это то же самое. Там кто-то в середку протиснулся. Серьезно, это другое уже? Не, в середку не дой. Да уйди ты отсюда, я понял. Да, это немножко другое, немножко. А тут уже. В середку не надо. Тут сложнее уже. Вообще в середку не надо. Блин, я застрял. А тут, прикинь, тут уже сложнее немножко, тут кусты уже непрозрачные, такой лайфхак не прокатит такой. Блин. Грюня, козел, прилетел в меня.
Не-не, тут уже не про канаю такая тема, братан. С прозрачными кустами. Да я не знаю, вот именно что я тебе говорю, не канаю. Да идите вы нахрен. Я за... Что? А, тут типа внутрь этих. Хера. Чё-то я слишком длинную тачку вел. В какую сторону ехать? Сначала я не понимаю, куда ехать. А я не понимаю, знаю, я не могу. Тут все застряли, смотри. Да идите нахрен, задолбали вообще, сейчас толкучка. Ты напиши, чтобы исполнились, а то вообще что-то капец тут. Да вообще жесть, они что, дебилы что ли, не понимают, что там делать? О, я лёгчика пропихнул. О, а вот тут как раз, смотри, в правую сторону. Давай, надо. Давай, дуй ты, краснюга. В правую сторону дальше, да? Да, первая в правую. Я понял, а что первая. В левую, походу, сторону все едут. Я чувака просто толкаю, лол. Я в левую поехал, короче. Ага, в левую потом. Потом, походу, опять в правую. Ну-ка, я за чуваком еду. Ага. Мы пока вместе с ним идем, неплохо так сейчас, не знаю, может. Он посередке идет. И он застрял, он застрял. Так, нет, нет, нет. Я хочу направо, направо. А я хочу залайфхачить. Но не могу. Какого хрена? Я не могу ничего сделать. Он проехал, лол. Значит, сюда посередке надо. Только я вообще... Блин, пацаны, подтолкните меня там. А, все, я проехал. А, не, нихера не посередине. В середину вообще не заезжай, короче. Хера тут сложно. Вот это тест на память вообще просто. На психику. Так, потом налево, я помню. Не. Налево. Потом снова вправо. Да какого хрена не врезайся, ты борты, широкая тачка. Потом блин, с пробелами стартует. Тут этот, блин, сраные следы. А куда тут ехать-то, налево или направо? Что-то следы тут у вас. В середину главное не едь. Да, я так еду. Я и не еду в середке. Интересно, куда дальше? Тут следы посередине, и я пока первый. Наверное, скорее всего, на... Я поеду налево, похер. Покер-фейс. Я прошел. Нет, я не прошел, в смысле, но я... Мне одну сторону осталось пройти, братан, я пройду. Только я боюсь, куда ехать. Куда ехать? Блин, я не знаю, я... Мое предчувствие подсказывает, что надо ехать посередине. Да! Это не последнее еще, а куда дальше? Блин, куда дальше, я не знаю. Чувак за мной. Да нет, толкайся ты, он в правую сторону меня затолкал. И он правильно меня затолкал, лол. Сколько тут еще проезжать, я не знаю, но блин. Я все пока удачно проезжаю, братан. Так, куда ехать? У меня машина просто скользит, я боюсь, я скатываюсь тихонечко, да я боюсь. Так, он застрял, ага. Либо посередине, либо налево, ну-ка. Давай, посередине. Посередине последняя была, прикинь. Там две посередине последние, я прошел. Я опять эту гонку прошел первый, прикинь. Я прошел тест на психику. Охренеть, я прошел тест на психику в GTA 5. Лол. Чувак прошел, прикинь, какой-то еще один. Иди нахер отсюда. Он просто передо мной вывалился, короче, прикинь. Хера он там шпорит, я сейчас столкну, попробую столкнуть его. Нет, там финиш. Пошел отсюда, моя Зенторна, говорю. X80 прет быстрее тебя. Нет. Он взял какую-то тачку, короче, я, походу, сейчас гонку всеру. Он гоняет, ублюдок. Куда вообще ехать? Фига тут далеко, походу. Стой, не финишируй, ублюдок. Вот занесло хорошо. Я еду. Да где этот долбанный... Нет, меня занесло, ну все, короче, я продул. Ага. Я продул эту гонку. Ну, это значит, надо в левую сторону. Там запоминай, куда ехать. Там последние, помню, две посередине были. Ну, там понять еще надо, где они находятся, эти последние. Вот понять бы еще, какие из них последние. В натуре, вот. Кстати, мы в военной базе катаемся. И он, ублюдок, финишировал на первом месте с катабазы. Ну ладно, я хотя бы второй, я старался. Пройти на первом месте, но увы не получилось. Ну что, надеюсь, у нас здесь будет что-то эпичное, и мы гоняемся в гонке GTA Online. Вон. О, смотри, не один такой мудак, который курмех взял. Мы посреди воды какой-то. Тихо, не толкайся. Эй, я вообще врезался. Короче, спасибо, братан, спасибо. Кто там? За что? Спасибо, ты меня чисто развернул и подбустил так немножко. Я бустер, я чекпоинт не взял. Класс вообще, просто я вылетел куда-то нахрен. Ты прикинь, меня крышет, чувачок. Там, походу, все улетели жестко. Только не говорит, что здесь
Тут на воде, походу, сейчас. Ооо, мы сейчас тут все тонуть будем, чувствую. Я утонул. Ну, класс. Кто там вниз поехал? Сумасшедший, что ли? Я проехать воду не могу, пацаны. Я на какой машине? Ты тоже не можешь? Тоже надо чекпоинт. Давай, езжай. Ну, она глохнет, блин, ну что за херня? Ты прошел вообще воду? Нет, я чекпоинт не взял. У меня машина глохнет тупо, она вообще не, она не может. Как тут вообще пройти? Может пороть от друг друга как-то отпрыгнуть или что, блядь, я хер его знаю. Пошел отсюда. Там пацан, там толкается нахуй, тихо, не толкайте меня. Прикинь, я вообще короче последний. По обратную сторону, когда ехал, у меня все нормально было. Сейчас вперед еду. Да уйдите вы. Класс, я утонул вообще. Утонул опять. Не, мы тут чувствую не проедем, надо было какие-то прям такие здоровые ключевые брать. Может здесь надо. Кстати, да, вариант. О, кто-то затолкал, но мне это, да? Мне это не помогло. А ты что, проехал? Да, смог один раз проехать. Да, второй раз проехать. Везет. Так, 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 так. А ну, мы с тобой это не играли случайно? Ну, что-то подобное играли, но там... С Андрюшкой, да, по-моему? Много было. Ты со скорости проехал или как? Да, со скорости. Да не едет у меня машина вообще. Я последний. Чё за псёрыш я взял? Ты по какой стороне вообще проехал? Попробуй. Я вообще не могу. Как раз я сейчас это возвращаюсь обратно. Хера ты там. У тебя машина нормальная, она не такая, как у меня. Вообще говно днище. Давай. Так, давай, ну ещё три. Раз, два, три. Давай, толкай, едь за мной. А, там чувак передо мной вообще. Давай, толкай, толкай, толкай! Блин, почти. Заглохло. Я даже, прикинь, задом смог проехать. Да и как ты вообще едешь? У меня машина не приспособлена для гонок таких. Давай, подожди. Корыто вшивое. Давай, отреспавнись. Давай, я поехал. Едь, 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 едь. Не, заглохнет все равно. Н-н-н. Наверху заглохло, прикинь. Зашибись, прошел гонку вообще. Пипец. Вон, видишь, у меня она вообще полностью прям утонула. И ничего. Везет. Ну, блин, я не ту тачку просто взял. Да не, это вообще Unreal. Все, короче, я не пройду дальше, пацаны. Давай еще один пинок попробуйте организовать. Где ты там? Поздно слишком. Ебучие волны. Да куда вы меня в воду убрали? Хера ты меня в воду вообще за трассы выкинул куда-то. За набережную вообще. Тут еще больше этих волн стало. Класс вообще просто. Да. Сейчас, подожди, давай я прямо за тобой поеду. Ну, давай, ты меня прям. Ты прям взад меня толкать будешь тогда. Давай, 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 едь. Давай я. Стой, я припаркусь возле тебя. Давай, толкай. Угу. Езжай. Толкай, толкай. Где ты есть вообще? Да чувак, уйди нахрен. М-м-м. Заглох. И вообще моментально только вода чуть-чуть попадет, все, она глохнет. Крыто, блин. Вон, смотри, я спокойно проезжаю. Вот задом. Взял новую тачку. Отпрыгнуть бы от кого-то. Было бы вообще шикарно. 4 минуты, я просто не могу ничего сделать. Тупо из-за тачки все всрал. Вы запарили. Что он делает? Они мне хотят помочь или что, я не понимаю. Да они мешают специально. Погнали. Так, не допрыгну. Да ни хера не получится. Я тоже утонул, прикинь. Да я не говорю, не проедет она там. Я тут застрял. Давай, 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 при. Лол! Она поехала! Поехала, поехала! Давай, родненько, тащи! А там еще один раз надо. Да вы серьезно? Да тут, в принципе, не глубоко. Где чекпоинт? Где? Все, я взял. Ну, зашибись, я чекпоинт. Я прикинь, как залайфхачил. Я, короче, отскочил. Ну, видишь, борта такие справа и слева стоят. Но. Я от них, короче, отскочил. На них прямо заехал и по ним прям проскользил. В итоге я в воду не заехал. Два круга. Два круга? Два раза продать. Я не смогу. Я вот уже в обратно приехал. А как мне здесь проехать, лол?
А в обратку намного легче. Да ну, легче, у меня машина топит. Да уйди отсюда, она в натуре нихера. Она перестала затопляться. Офигеть. Ух, нихрена себе тут бабушки. Да уйдите вы нахрен, задрали вы. Блин, чекпоинт из-за них не взял, ну вообще класс. Сейчас заново проезжать, а нет. Капец, он, наверное, в сраке. В сраке мира. Мы с тобой точно в это не играли? Лол. Что? Димон, куда? Я запутался, куда ехать? В объездную, типа? Машина же не проедет. Лол, хера. О, что? Где я появился? Я за стенкой. Где надо появился, охереть. Так, тут я разворот чувствую будет. Или что? А, да, мы с тобой играли в это. Я точно помню эту карту. Мы с Андрюшкой еще играли втроем. Что-то лагает немножко. Эй, блин, зажало. Зажало. Все, я поехал. Хера, она прыгает дерзко. А я же тут... А я же не проеду тут на море. А еду, пока еду. Фига, тут прикольно на воде ехать. Блин, вообще найс. А какого хрена я там? Мыть начал. Любчик. Второй круг, лол. А, он на финише типа стоит. Он что, первый типа, Любчик? Здорово! Ты второй круг не можешь проехать? Эй, ну класс. Прикинь, меня затопило опять. Какого хрена? Ну, походу, с тобой вообще самый последний. Теперь у тебя работает такая же шняга. Ты смотри, справа там бугорок такой есть, можно отскочить и на перила залететь. И по ним проехаться можно. Реально тянуть начал. Каждый раз, абсолютно каждый раз. Я теперь с тобой наравне. Весело? Ага, весело, блин. Весело, когда у нас время пошло. А, нет, ничего. Мне уже показалось. Плаваем тут, блин. Спасибо за гонку, ушлёпки. Ну и дерьмо. Просто меня хотел выручить, сам застрял здесь. А ты на втором круге хотя бы или все еще на первом? Я на втором. А, ну я тоже на втором. Ну вот с тобой. Жесть. Идите нахрен.